Здорово. Ну что ж, продолжаем проходить Space Marine'ов. Лейтенант. Че, обосрали, брат, значит, меня? Ты восстановился? Да. Апотекарии должны провести диагностику. У меня нет на это ни времени, ни желания. Магас Галео тоже озабочен. Прислушайся хотя бы к нему. Если сохраняется риск рецидива, это ставит под угрозу весь отряд. Позже. Я должен поговорить с капитаном Акираном. Как прикажешь. Ну, а что-то уже какое-то недоверие ко мне прет. Милор, ваша броня вот уже 2 дня не проходила обслуживание. На Кадаку тираниды не давали на передышки. Сейчас мы летим на Аваракс. Позвольте мне провести ритуалы очищения, чтобы умилостивить духа машины вашей брони. Хорошо, благодарю. Кровью и нашей пылающей ярости. Бля, вот эти вообще страшные летающие. Сама наша жизнь его дар, и мы проведем ее в служении ему. Ибо он свет человечества, единственная истина в галактике, полный лжи и ужаса. Те, кто противится воле его, да будут истреблены. Их армии падут, а порченные скверные земли очистятся в огне. Их жалкое отродье будет стерто с лица галактики. А теперь ступайте и покарайте нечестивых ксеносов во имя Императора. Ебать, это напутственные еще слова были? А, все, так это будете, да, сидеть? Ладно, похуй. Сидите. Машины явно не обрадуются известию о гибели Архимагаса. Виноваты, Механикус. В их же докладе сказано, отказ двигателя. Все этот Архимагас, чтоб его. Вместе с ним разбились Лирео и Альтар. Наши оружейники не допустили бы такой аварии. Но кто-то тут точно виноват. Брат, рад видеть, что ты в порядке. Ходят слухи о твоем приступе. Эта информация преувеличена. Очень рад это слышать. Вы постарались на славу, задержав продвижение Роя. Это было то еще зрелище, брат. Прошу прощения, я должен отчитаться Акирану. Император защищает. Да-да. Трюч там. Да, идем. Неужели тут и правда не обошлось без архиврага? А разве тебе не ясно? Может, это всего лишь кучка фанатиков? Шайка культистов не сумела бы сбить громовой ястреб. Он прав. Архивраг уже здесь. И раскрыл свое присутствие. Значит, у них была веская причина желать Нозику смерти. Что, черт возьми, там произошло? Мы обосрались. В отчете Адептус Механикус отказ двигателя. Я видел другое. Сержант? Предатели? Хаос. Это точно? Без сомнения, сэр. Освободить мостик! Нозик возглавлял важный засекреченный проект. Аврора. Что это? Оружие. И приспешники Хаоса узнали о его существовании. Раз Нозик мертв, закончить работу может только один человек. Мориас Люс, ученик Нозика.
числится пропавшим без вести. Последний раз его видели на базе Механикус на Абараксе. Сейчас ее контролируют тираниды. Это откроет доступ к агитатору на объекте. Он даст вам координаты передатчика. Интересно, а орки здесь будут? Нет? Вы на пути к Авараксу. Будьте готовы, как только выйдем на орбиту. Сэр, что везли на корабле с носиком? Это не должно тебя волновать. Механикус явно жаждали вернуть груз. Однако враг его не тронул. Что бы там ни было, без Люза оно бесполезно. Чё-то они там утаивают от меня. Вот интрига, да? Полет к Авараксу займет некоторое время. Достаточно, чтобы пройти диагностику. Хорошо, если так тебе будет спокойнее. Магас Галео уже ждет в арсенале. Коррекция 4 градуса на правый борт. Держать курс. Двигатели на максимум. Продолжим мониторинг по Аусмексу. Откуда ты узнал про Аврору? Увидел название в отчете по миссии, он был сильно отредактирован. Я предпочел бы остаться на Кадаку и выследить еретиков, которые убили наших братьев. Мы найдем их на Авараксе. Если только Люс еще жив. То, над чем работали те техножрецы, до сих пор здесь, в этой системе. Так что главная битва еще впереди. Че ты мне будешь проповедь, блядь, читать? Тит, мне сообщили, что от вида оскверненных обломков тебе стало плохо. Это странно. Это лишь побочный эффект операции. Сейчас я в порядке. Гадриэль, я ожидаю, что ты непременно окажешься рядом, если с твоим братом случится очередной инцидент. Разумеется, брат Капеллан. Если архивраг и впрямь рядом, любая слабость может обнажить душу для скверны. Неотступно следуйте заветам Кодекса, и он оградит вас от соблазнов ереси. Моя вера непоколебима. Я не дрогну. А у них типа что это? Они вообще едят? Мне просто интересно. Я уже два свет временно продлевается на 20 минут. Слышал о происшествии на Кадаку. Признаться, я обеспокоен. Спасибо. Побочный эффект операции. Все уже прошло. А у апотекариев есть дела поважнее. В бою с Корнифексом сразу несколько твоих основных органов были серьезно повреждены. И в этом состоянии ты перенес тяжелейшую операцию. Тебя буквально выпотрошили. Если от наших глаз укрылись какие-то недоработки, это может стоить тебе жизни. Брат, мы не можем допустить, чтобы подобное повторилось. Возможно, у апотекариев нет времени на полноценную диагностику. Но они делегировали это право мне. Так что готовься, это потребует времени. Ну давай, чё уж там. Сейчас опять что-нибудь вовне обнаружат, да? Орбита Авараксал. Тит, твои показатели ниже пиковых, но в целом соответствуют боевым параметрам. У меня нет объяснения имевшим место симптомам. Тогда я вернусь к службе. Да пребудет с тобой благословение амнисии. Один вопрос. Что ты знаешь об исследованиях Архимагаса Носика? Подобное знание даровано лишь тем, кто обитает на вершине горы Олимп. К его проекту я не имел ни малейшего отношения. Я лишь молюсь, чтобы записи о его открытиях уцелели. А что это за скафандр? Так, я тут где-то... Ёпты, блядь. А мне теперь эти, да?
А, нет, она. Ну. Да нет, какой-то по. Круче. А чё, я же снайперку брал. Или есть как по-другому, да, все открывается? Это вообще типа дробаш. Ладно. Не хочу плазменный. А чё, пистолетов больше не будет? О, меч. Меч дали. Давай меч возьму. Внешний вид. Так и ничего не открылось, да, больше? Ажаракс. Вам придется использовать грузовой лифт. Будем ожидать запрос эвакуации. Принято. Благодарю. Лаборатория в той башне. Здесь есть грузовой лифт. Смотрите, сколько спор. Это будет славная битва. Жаль ее пропускать. Мы должны быть внизу, вместе с остальной ротой. Скоро мы к ним присоединимся. Бочка пошла нахуй. Ремонт лифта не закончен. Проведите священное техобслуживание. Да он лежит, он не сможет. Нужно восстановить подачу питания. Сервочерек, нужно, чтобы лифт заработал. Ехать на неисправном лифте неразумно. Вы можете отключить протокол безопасности в зале управления на свой риск. Кажется, зал управления там, наверху. Главный вход уничтожен. Нашел альтернативный маршрут. Прокладываю. Проверьте дисплей. Технопроект. Ваш капитан. Через ту дверь. Столько разрушений, но не видно ни одного тиранида. Они здесь, следят за нами. Тираниды, покажем им! Смерть, Джерса! Давай. Ага. То есть удерживаю. Несколько режимов, да? Надо перезарядиться. Так, 10, ничего, все. А чем мне аптечки постоянно отбирают? Сука.
Ёб, мне чуть сейчас не кокнули. Цель уничтожена. Перезаряжаюсь. Нашел боеприпасы. Что за интересная штука? Чудесный дар кузницы. Вся башня заражена. Зал управления может не работать. В таком случае мы найдем иное решение. Что бы ни случилось, нас ждет победа. Высматривайте вожаков. На тебе, блядь. Проще простого. Самый быстрый путь наверх по тем крышам. Очистить проход через обломки. Тираниды превратят город в руины. Дай им только шанс. Так, а здесь у нас что? У меня есть такая. Так-то лучше. Отбить эту позицию. Блять, нихуя, нихуя. Что-нибудь еще, что-нибудь еще, что-нибудь еще. Ладно, я бегу, я бегу, я бегу. Я бегу. Блять. Готово. Да ты, сука. Тебе вот так нравится, блять, тварь. Они ничему не учатся. Ну добивай ты его. Хули ты, блять, тупишь. Так, что за шоковая граната? Давай, шоковая граната, я еще не пользовался. Замечательно. Сейчас всех их разъебашим, блядь.
Ага. Там записка, да? Машина работает, так что нам придется подождать. Тираниды начинают контратаку. Истребить их. Я думал, там большая бочка. А это не нихуя. Ты там тварь. Неплохо так. На тебе. Да добивайте вы. О, молодца. Хоть что-то, блядь. Восполняю запас. Все, все? Теперь мы можем перейти мост. Движемся к цели. Брат, похоже, ты снова сражаешься в полную силу. Апотекарии уже выяснили, почему случился приступ? Сосредоточься на миссии, сержант. Так точно, Милот. Отчет о починке фонаря на крыше жилого здания парламента в сегменте 1-4К-2-1Б. Литургия от отдохновения устаревшего конденсатора. Окропление маслом и вознесение молитвенной песни. Индульгенция печатной платы и печати чистоты. На что это? Богу машине не угодно это освещение? Странная реакция. Дух машины этого светильника в беспокойстве? Аномалия темноты зафиксирована. Отметка для дальнейших испытаний. Зал управления прямо за дверью. Так давай войдем туда. Наша подмышка зачесалась. Пультов можно включить питание. Так, сейчас мы пока этого делать не будем. А тут нет ни хера. Ну погнали. Идем дальше. Наблюдение. Через крыши на востоке можно сократить путь. Хорошо. Веди. Непонятно, почему эти существа напали именно здесь. Наши технологии им все равно не нужны. Они подобны семенам, что несет ветер. Единственная их цель — плодиться и пожирать. Не, снайперку нахер не хочу.
уничтожить их. С удовольствием. Для тебя есть работа, мой милый. Ебать, он меня вмочил. Ах ты мразь! Умрите, мерзкие твари! Мой болтер заткнет вам пасти! Чем надо, что прорываться или что надо делать? Пошел ты, блядь. Ага. Так, ну она у меня уже есть. Собираю снаряжение. Так, вот как странно, здесь оружие вот, разбросано, все одно и то же, типа. Убежал. На тебе, блять. Правильно рубить. Меняю магазин. Не ори там, блять. О, сейчас будем отбиваться. Во. Это мне пригодится. Это мне нравится. А, я должен был что-то еще нажать. А я-то уже был готов сейчас биться. Поехали. Платформа кажется ненадежной. Предвижу проблемы. Да ну брось. У тебя уже был неприятный опыт с грузовым лифтом. Это было давно. Я предпочитаю не вспоминать тот случай. Но ты хотя бы остался жив, чего нельзя сказать о борках. Что-то нога трясется. Кажется,
блять, это хуёво, сейчас будут цепи грызть. Ёбаная стая. Да они заебутся нахуй их грызть. Ах ты сука. Ах ты! Так, какую там грызут? Они ничему не учатся. Вертую я такую цепи. Где, с какой стороны? Пошли вы нахуй с этих цепей. Кое-что нашел. Это граната. Восполняю запас. Ну, нихуя. Да пошли не в жопу. Блять, мясорубка-то какая. Надо его срочно добить. Давай жизнями, жизни. Где, где? Вообще заебись. Восполняю запас. Так, где-то я там гранаты видел. Это я возьму. Оба, аптечка. Сейчас еще поползу. Все, больше нет аптечек. Не сегодня, выродки. Это был прекрасный бой.
понадобится взрывчатка. Такую дверь ничто не возьмет. А если с вентиляцией? Проверяю. Угу. Это же... Идем. Подожди. Угу. И просто есть, да, заряд? Ну ладно, побегаю пока с этим мечом. Так, мне туда. А там вниз есть проход? Граната. На громовом ястребе носит, а там с двух сторон было написано слово «Имурах». Не произноси его, брат. Письмена архиврага заключают в себе грозную силу. Нужно использовать все данные, которые могут быть полезны. Так. Сержант, ты прежде сталкивался с архиврагом? К сожалению, нет. Тогда советую прислушаться к брату. Если тут замешан архивраг, возможно, мы столкнемся с ним здесь. Надеюсь. Не терпится повидаться с предателями с глазу на глаз. От одной мысли о них меня переполняет ненависть. Будь уверен, этого они и ждут. Не дай врагу использовать твои эмоции. Блин, где все записи? Сюда, братья! Здесь Адептус Механикус дали врагу бой! Ну чё вы там, все собрались? Эти мерзкие существа осквернили каждый уголок. Сколько еще до Кагитатора? Дольше, чем хотелось бы. Прямого пути нет. Почему они не нападают? Они что-то задумали. Разве насекомые на это способны? Они лишь марионетки. Тогда кто ими управляет? Достойный враг. Так, а, нам типа сюда, да? О, есть запись. Технический коридор сегмента Улья 19K21B. Слэш. Старший техножрец 101010-S. Переполнение цикла. Подключиться к сети. Код нейронной верификации 101010-S-81. Внимание! Особь ксеноса и тиранит. Зафиксирован урон покрытий. Нет связи с нижними конечностями. Исход. Смерть. Удалось подключиться, повторить попытку. Код нейронной верификации.
Так, нам туда, да? Значит, что есть там у нас? Здесь все пути ведут в одну точку. Снова мерзость тиранидов. Это зараза, что оскверняет миры одним своим присутствием. Так. Что-то не нравится мне это все. Дверь заблокирована. Поблизости должен быть терминал доступа. Попробую перезапустить систему. Так. Что случилось? Отключилось питание. Видимо, перезагрузка. Слышите? Они в стенах. Готовьте болтеры. Враг атакует. Всем внимание. Да, давайте. Ах, вы сукины. Пошли все нахуй. А, у меня же эта хуйня, блядь, огненная. Блять. Секунду, братья. Есть питание. Можно пройти через дверь. Ну ёбана ты в рот. Чуть не было цацалити. Я-то думал, сейчас мелкий попрут. Поэтому взял огнемет, а нихуя, блядь. Сопротивление. Они хотят помешать нашей миссии? Наша миссия их не волнует. Ксеносы хотят одного — убить нас. Нашел боеприпасы. Нам еще одну аптечку хотя бы найдем. Нет, да? Ебаный ты в рот. Нихуя, нихуя.
Ёб ты в рот. Так-то лучше. Осколочная граната. Ебать. Ебаная ты жопа. Не-не-не-не-не-не-не. Да тебе, блядь. Нихуя, нихуя. Ебать. С корнифексом в одиночку, только с болт-пистолетом. Вот это было сложно. В любом случае, я рад разделить славу победы над ним. Пиздец. На мне практически натянул, блять. Так, и чё нам вниз? Посему да. Здание сильно повреждено. Будем надеяться, база данных уцелела. Можем ли мы узнать местоположение Люса из другого терминала? Увы, нет. Это наш единственный шанс. Шоковая граната. А печек что, все, больше не будет? Так, сюда зажимать не надо, можно. Удивительно, что за исследования оправдывают такое пренебрежение к человеческой жизни? Ничего удивительного. Адептус Механикус так охотно превращают себя в монстров. Пиздец. Добивай его, блядь, стал. Восполняю запас. А надо жизни. Дверь не функционирует. Измените маршрут. Ты заебал. Все нас загнали нас в угол.
Ах ты, сука. Давай. Они ничему не учатся. Немного-то жизни ты мне дал. Доступ восстановлен. Коридор открыт для движения. Ступайте по воле амнезии. Амнезии? Типа, блядь, идешь не знаю куда. Чего? Она уже была под этим, под влиянием. Бля, ну мне аптечка прям вот очень-очень сильно прям надо. И следа архиврага. Может, они уже ушли. А может, вообще не имеют к этому отношения. Придерживайся фактов, брат. Я просто наблюдаю и делаю выводы, как предписывает кодекс Астартес. Волкитный реактор все еще работает. Надеюсь, дух машины держит его под контролем. Последствия взрыва будут катастрофическими. Мы заглушим его, когда получим данные. Чего? Чё сейчас было, блядь? Лейтенант Тит, вторая рота ультрамаринов. Ожидаю запроса. Найти море Слюза. Доступ запрещен. Ритуал доступа принят. Вычисляю координаты. Аваракс. Город. Храм Тасиан. Пульс учащенный. Вызову громовой ястреб. Стой! Открыть файл проекта Аврора. Требуется официальное предписание. Открывай файл. Открыть файл реконструкция. Брат, он засекречен. Нет. Он же был уничтожен. Глупцы, механикус. Показать местоположение артефакта. Внимание, волкитный реактор не
Дедру пизда, да? Здание скоро рухнет. Прямо на город под нами. Чё-то так холодновато-то, блядь. А, они просто суицидятся туда. Отогнать их от ядра. Они бросаются прямо в реактор. Надо его отключить, пока твари не добились перегрузки. Блять, это хуйня, не оружие. Механизмы экстренного включения находятся на платформе реактора. Пробить путь к этим пультам. О, вообще поганое оно. Давай, давай, давай. Неприятель устранен. Кое-что нашел. Кое-что нашел, сейчас будем кое-как отбиваться. Сейчас я нажму. Отключаю волокитную опору. Ожидайте. Они наступают. Не подпускать их к реактору. Блять. Не-не-не. Цель уничтожена. Братья, идут новые тираниды. Покажем им знаменитые гостевые экспо Ультрамара. Так-то лучше. Их слишком дохуя. Собираю припасы. Бля, просто бля.
Да добивай ты его, блядь. Реактор по-прежнему нестабилен. Отключите дополнительные опоры. Следующему пункту. Быстрее! Да мне сейчас здесь и пизда придет. Ожидайте. Сколько опор еще осталось? Реакцию поддерживает одна волокитная опора. Отключите ее! Невыполнимо. Цепи удаленного доступа перегорели. Требуется ручное вмешательство. Дрон их побери, снова набираю. Перехватите их! Да вы чё, блядь? Надо перезарядиться. Собираю снаряжение. Соковая граната. Блядь. Да вы там можете, блядь. Сука, сука, сука. А где она, блядь? Активировать эти пульты. Живо! Волокитная опора остановлена. Интенсивность реакции снижается. Еле-еле. Это была последняя. Резервные генераторы активированы. Я думал, вообще не вытяну, блядь. Думал, пизда нам все. Ни следа тиранидов. Хватит и вони от горелого ихора. Данные у нас. Возвращаемся к точке эвакуации. Все равно загрузки придется вырезать очень долго. Что ты увидел в тех документах, Механикус? Свидетельство величайшей глупости. Объясни.
Можешь попросить объяснение у нашего капитана. О, сейчас мы послушаем, потому что это очень интересно. Ты тактическую схему города. Капитан! Не сейчас. Адептус Механикус нужно остановить. Что? Активация оружия может привести к катастрофе. Когда ты вдруг стал экспертом в технологиях Механикус? Они используют артефакт, чтобы запитать оружие. Я видел его раньше, на планете Грая. Предатель по имени Немирот называл его фрагментом силы темных богов. Он едва не уничтожил планету. Грая. Дед, действия Механикус одобрены самим Примархом. И тут ты напоминаешь о Грае не вовремя. Проклятие, капитан, если силы хаоса здесь и захватят артефакт! Хватит! Больше не желаю это обсуждать. Итак, вы добыли координаты Люза? Да пошел ты нахуй. Так точно. Тогда спускайтесь и найдите его. Есть те, кто с радостью вернул бы тебя Инквизиции. Будь осмотрителен, брат. О, тварь. Чисто тварина, блядь. Сковывает сект, нахуй. Тварь. Ладно, сейчас дойдем до туда. Проклятие. После всего, что случилось... Брат, не оставляй нас в неведении. Тебя это не касается. Ты критикуешь капитана за то, что он скрывает информацию, но поступаешь точно так же с нами. Я уже поплатился за лишние разговоры. Так ты не доверяешь нам? Братья, успокойтесь. Не то навлечете на себя гнев капеллана. Да, доверился, блядь, молодому нахуй. А он сдал, блядь. Инквизиции, сука, тварь. Смотрите! Ты, блядь, либо падай, либо приземляйся. Не выебывайся вот это, блядь. Типа завис он. Да хранит вас император. Да эти ж вы безупречны. Противоречие. Замена нерациональна. Нужно завтра дней починки. Что тут у нас из новых пушек? Ну вот это открылось, это хорошо. Снайперка. Вот это вообще параша, блядь. Лучше вот это брать. Вот это или вот это? Средней дальности. Давай ее и оставим. Меч мне тут тоже какой-то, блядь, залупный, если честно. У него хоть показатель, да, больше, но не нахер. Так, ну внешний вид мне так никакой не открылся. Ладно, голову прошли, узнали, что нам пиздят, откровенно говоря. Вот. На этом все. Давай, счастливо.